Мужчины, ребят, вот давайте, у меня к вам, идите ко мне, пожалуйста. Вы по факту так-то почти одинаковые со мной. Вот. У меня к вам просьба такая. Я хотел бы, чтобы у вас сейчас был вот раунд. Очень большая работа передней рукой подготовлена. И все это ради только одной хохмочки, а именно двойки. Вот я хочу, чтобы не просто зарубиться где-то. Не, ну получилась ситуация, что близились. Здесь подраться, базара нет. Ну ведь. Но это все передняя рука через длинную двойку, скачковую двойку. Вот хочу, чтобы минимум раз, ну 4-5 раз пробили двойку скачковую. Передней руки много. Нет, одиночный, все, вы боксируете. Но все вы пытаетесь пробить двойку, ясно? Скачковую длинную двойку. Это может быть дернуть. Ясно? Это может быть атака-вызов. Это может быть оттянуться. Это может быть просто отпрыгнуть. Это может быть просто прыгнуть даже. Понятно? Но опять. Плечики, ручки бросаем. Хорошо? Обыграть. Пожали руки. Много передней руки и двойка. А все остальное сами. Время, бокс. И что ждать стали? Что бы сразу двойку и как не дать, а? Молодец. Передней рукой, по рукам. Не будет двойка состоящего, двойка из движения бьется. Молодцы, но левое бедро включить. Двигайтесь, из движения. Передняя рука по рукам, по локтям. Кидайте левую. Как только партнер остановился, имеешь полное право сразу впрыгивать двойку. Молодцы. Много передней руки. Никто не запрещает повторять двойку. Стоя на полной пятке, не успеете вы за партнером. Двигайтесь на передней части стопы, пожалуйста. И тут же, хорошо, провалил, и тут же, доставать. Стоп. Ребят, у вас у всех есть маленький костяк. Ребят, смотрите. Отойди, посмотрите. У вас нет левого бедра. Вы без этого не зарядите. Вы сразу же вот тут проваливаетесь. Вот это включите левую пятку. Больше. Сброс. Работайте, кор. Время. Пускай по рукам, пускай по локтям. Но пробить, пытаться пробить двойку из движения. Левое бедро вкручивайте. Заставить себя сработать передней ногой. Левая пятка, левое бедро. Прыгнуть. Не надо долго, не надо ждать партнера. Ай, валитесь. Ногами. Ну заставь себя, прыгни хоть раз. Вот сейчас было интересно. Ответ. Где двойка в ответ? Двойка! Ах, вот нет левой ноги. Сейчас хорошо было. Заставить себя левую ногу заставить. Заставить левую ногу включить. Брек. 15 секунд дорабатывай, ёп. Левое бедро. Время. Молодцы. Подойдите ко мне оба. Ребят. Вот, смотрите, что сейчас самое главное. Что сейчас самое главное вы добились, основываясь на мои слова? Самое главное. Да, ты попытался в конце ударить? Ну да. Вы пересилили себя. Боюсь пропустить на встречу. Правильно. Это то, что ты боишься этого, это нормально. Если ты этого не боялся, это психиатру справка нужна была бы, если ты этого не боялся, понимаешь? То же самое и тебя касается.
Но сама по себе эта двойка, это не открывающийся. Почему ты боишься? Не потому, что ты на этой двойке, а потому, что ты некорректно бьешь саму эту двойку. Потому у тебя и сидит этот страх. Потому что ты саму эту двойку, пробивая вот таким образом, посмотри на меня сбоку. Вот здесь ты, смотри на меня, вот здесь ты нарываешься напрямую во встречу. А пробивая вот такую двойку, ты закрыт. В ударом, сам удар является защитой. И в конце это получилось приблизительно так. Но самое главное, вы заставили свой мозг уйти от чего? От состояния какого? Покоя, комфорта, выйти из зоны комфорта, да, как говорится? У меня да. Получилось. Правильно. Разик у тебя получилось. Не совсем 100%, но вы заставили себя все равно, попытались сделать это движение. Вот это самое главное. Самое сложное, еще раз повторяюсь, перенести вон ту работу со снарядом, в зеркало, в бой с тенью, на работу с партнером. Не то, что у вас получилось, а вы заставили себя это сделать. Вы попытались себя заставить это. Вот это самое главное. Вот этот рубеж уже пройден. Понятно? Молодцы. Спасибо. Пользуйтесь. Себя попробовать сделать, перенести на ринг то, что отрабатывали. Это самое сложное. Если получилось, не получилось, это уже следствие. Если ты пробуешь, если ты пытаешься себя заставить сделать это движение в бою, тем более в вольной работе, это уже большой прогресс. Вот это самое важное. А то, что оно корректно, некорректно, там, получается, это уже не принципиально. Главное, ты пытаешься это сделать в вольном работе. Самое важное. Да, дорогой.